сил. Под командованием майора Анджима Горка из 6-го полка легкой пехоты. В 44-м году двое военнослужащих Индии за храбрость награждены орденами Красной Звезды. Казахстан представляет парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады лучшего соединения вооруженных сил республики. Возглавляет парадный строй командир бригады подполковник Улан Нургази. На Красной площади подразделения вооруженных сил Кыргызской республики под боевым знаменем 8-й гвардейской, Нежинской, Краснознаменной, орденов Ленина и Суворова, мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Беккозы Туменбаев. Мимо трибун проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая. Расчет возглавляет генерал-майор Бао Цзэми и старший полковник Хань Цзэ. По Красной площади проходит рота почетного караула Национальной армии Республики Молдова.